Я думаю, что 3-4 это сумма, которую даже обсуждать бессмысленно. Мне кажется, это не имеет никакой реальной связи с действительностью. Действительно, цены на горюче-смазочные материалы растут, инфляцию никто не отменял, поэтому корректировки тарифа, они должны быть, но они должны быть объективны, они должны соответствовать реальному росту затрат, которые происходят в этой отрасли. И что очень важно, эти деньги, которые собирают перевозчики, они должны идти в первую очередь на повышение качества обслуживания.